Чем заняться дома? Можно бегать из комнаты в комнату, можно в настольной игре построить новую цивилизацию, можно перечитать «Войну и мир», а можно приготовить блюдо мишленовского уровня. А чем занимаетесь вы, пока сидите дома? Расскажите об этом в новой рубрике «Дома не скучно» с К-16. Играем в лото и в домино. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, семь. Жили себе дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, пи-пи-пи-пи-пи. Хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Принять участие в рубрике просто. Достаточно выложить свое видео в любую социальную сеть с хэштегом «Дома не скучно» с К-16. Рассказывайте о своих увлечениях, пусть вас увидят и услышит весь город. Дома не скучно.